Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 692. Прокомментируйте. Евангелие от Марка, 9 глава, 1 стих. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Следующий стих говорит о преображении Христа. Царствие Божие – это царство Духа Святого. 1 Коринфянам 15 глава 50 стих. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Чтобы оказаться в этом царстве, сначала нужно умереть, то есть сбросить тело, одежду, в которую облечена душа ныне. Об этом знали и ветхозаветные люди, что человек, увидевший потустороннее, не может остаться жить, ибо он приобщился к загробному миру через видение. Книга Исход, 33 глава, 20 стих. «И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Поэтому в таком страхе находился Маной, Товия и другие, когда видели ангелов. Были счастливые исключения из этого ряда, и тогда ангел говорил: «Не бойся, не умрешь». Книга Судей, 6 глава, 23 стих. Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Поэтому Христос и говорит о предстоящем чуде, что они увидят Царствие Божие, то есть Христа, прежде своей смерти. Виктор Гюго, рассуждая о казни преступников, говорит так: «Люди не справились с этим человеком, он не исправляется. Мы испробовали все земные средства, и это немало не помогло. Наш суд бессилен. Этого человека мы отправляем в высшую инстанцию, к тебе, Создатель. Но к тебе плоть не может предстать, поэтому мы раздеваем душу, снимаем с нее одежду, тело, то есть отсекаем ему голову и отправляем, чтобы ты сам разобрался, что же с ним делать».